Будь наготове. Держи раскрепитель в руках. К нам прилетает тоннель. Но он никак не связан с грызунами и вот еще. Это кошачий тоннель Трикси. Вот в таких супер ярких радужных цветах. Под номером артикула 4291. Сейчас мы попробуем. А, вот здесь надо его оторвать. И мы его достанем. И посмотрим, действительно ли он 25 на 50 сантиметров. Ах, не все. Еще не все. А я думаю, что производитель, конечно же, нас не обманывал. 50, 50, 25, 25. Весь шелестящий. Когда он будет так собираться, и котик будет пытаться здесь проходить или лежать, это все будет вот как будто бы он обволакивает себя каким-то пледом, но плюс еще дополнительно играет. И все вы знаете, что кошкам всегда нужно где-то пролазить и что-то пытаться вот куда-то пройти в какие-то узкие места. Вообще очень классная яркая штука. Я думаю, что можно использовать ее как-нибудь еще. Тоннель, тоннель, тоннель. Кошачий. Отличный, красивый, рыженький котик здесь на обложке. Соберем его и продадим.